H-145М от Airbus продолжает набирать популярность как вертолет вооруженных сил с соответствующими возможностями не только транспортировки, но и ударными функциями. Правительство Бельгии одобрило приобретение 15 легких многоцелевых вертолетов H-145М для своих вооруженных сил, а также двух дополнительных вертолетов для федеральной полиции. H-145M является крайне универсальной машиной, которая легко выполняет как транспортные функции, так и боевые ударные миссии, при этом используя довольно широкий ассортимент вооружения, включая противотанковые ракеты «Спайк». Именно поэтому этот вертолет был избран Министерством обороны Германии как гораздо более дешевая, хотя объективно и не столь мощная альтернатива H-64i Apache Guardian. Кроме Германии, этот вертолет в странах НАТО также использует Великобритания, Люксембург, Венгрия и Албания, а также США, где он стоит на вооружении под индексом UH-72 Lakota. В целом речь идет о более чем 30 странах-операторах этой машины, включая Украину, где они эксплуатируются МВД. Мы говорим о машине с максимальным взлетным весом 3800 кг, из которых полезной нагрузки 1893 кг. Два двигателя Ariel 2i от Safran оснащены цифровой электронной системой управления двигателем FIDIC, которая оптимизирует их работу. Максимальная дальность полета со стандартными топливными баками составляет 637 км, а время в воздухе – до 3,5 часов. Экипаж состоит из двух пилотов, а в транспортном отсеке можно разместить до 10 человек или поднимать внешний груз массой 1600 кг. Имея запас топлива 723 кг, H-145M имеет достаточный запас по дальности для выполнения широкого спектра задач, от тактической транспортировки до медицинской эвакуации. Помимо своей производительности, H-145M отличается универсальностью и простотой использования. Его модульная конструкция означает, что его можно быстро адаптировать к различным конфигурациям в зависимости от эксплуатационных требований. Этот вертолет предлагает комплексное и надежное решение для вооруженных сил и служб безопасности. Спасибо за внимание и до встречи в новых сюжетах. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если еще не подписаны.